scientists. They taught me biology is war. To win, a species must endure, reproduce, survive. The foes we're about to face evolved to win at all costs. They don't care about their losses, so long as they're the last ones standing. They're as cunning, adaptable, and tenacious as any Marine. But they lack our purpose, our conscience, and our mercy. 40th Marine Expeditionary Unit, this fight is not a simple bug hunt. Know our enemy. Know your strengths. Work together and live to fight another day. Colonel Ship, signing off. Что за херня? Это подтекст. И сегодня у нас одним глазком. Ну, возможно, одним глазком. Если понравится, то может и не одним. Я не понимаю, почему столько всего резко разблокировалось. Экипировано. Круто. Ближний бой. Пистолет. А как узнать это экипировано? А, экипировано, экипировано. Пистолет. Как экипировать? Внешний вид. Непонятно. То есть он новый, но он не дает. Ну ладно. Не дает мне ставить это, что я сделал. Давайте поговорим с этим чуваком. Блин, я, по-моему, знаю эту игру, она сетевого формата. До свидания. Да, меня сейчас, по-моему, подгрузит. Боже мой. Let's do this, да. Блин, по-моему, я пробовал в нее бегать, это была задница. Сложность, стандарт будет. Она просто сейчас бесплатно раздается. Я не понял, что это и зашел, так что это точно будет одним глазком. Человечество не заслуживает лицезреть такой позор долго, опять же, если мы сейчас найдем людей в лобби. Потому что я начну думать, что не найдем. Team, нет, прикинь, нашли. Стрелок, боевой рейтинг. Ну, у нас рейтинг 155, у чувака тоже, значит, он новичок, как и мы. Один техник, а я могу менять, да? Подрывник. Техник. Медик. Ну, мне кажется, медик понадобится, хотя я вообще не представляю, что делать медик и как. Да, вот, буду медиком. Стрелок, медик, техник. Ну, техник явно давно играет. По нему видно, видите, он нервный какой. Отряд заблокирован. Главный приоритет — вход. Да, у него и пистолет навороченный. Короче, надо будет держаться поближе к технику. Не знаю, насколько это будет хорошо. Но посмотрим, как бы, опять же, это же одним глазком, оно и славится у нас тем, что ты пришел, посмотрел, разочаровался и ушел. Ну, либо наоборот, не разочаровался, и все хорошо. По крайней мере, это будет и точно лучше, чем протокол каталист. Ну, я надеюсь. Просто, блин, стрелять с джойстика ужасно непривычно. Блин, а нельзя было сначала туториал какой-то мне сделать? Ну, типа, я вообще не представляю, что я могу делать и на какие кнопки. А, вон сбоку есть. L1, R. Что я сделал? Я баф какой-то сделал, понятно. Пусто. Хилка — это наверх, пистолет — это на треугольник.
Ага, да, смена оружия, короче. Блин, а куда вы учесали? Я за вами не успеваю физически. Интересно, тут есть friendly fire? Потому что я стрелок хреновый, я своих точно залю. А как он бежит? Не хотел стрелять. Ну, типа... Все, я нашел. Да, никакого дэмиджа, все хорошо. А, все, они летают? Понятно, просто ребята спереди идут и все хвалят. Восстановить. А как восстановить-то? Я... Они убегают, я ничего не восстановлю. А, крайне увлекательно. Ох ты, блин. Ладно, накаркал. Махач пошел. Куда ты пошел, стрелок, у меня вопрос. Ты, конечно, стрелок, но... Взять станцию лечения. А, ну типа она просто нас хиляет, да? Вот дерьмо. Прям не круто. А куда третий делся? Техник убежал или... Перезарядка. Я не хочу перезарядку, я хочу забрать станцию. Взять станцию, я жму, он не берет, прикинь. А, прикольно, я говорю, меня еще и слышно, потому что тут не отключен микрофон. Вот ребята удивляются. Ребята, если вы слышите... Короче, без обид. Запись идет на канал под текст, если захотите под... Понятно. Это будет очень короткая серия. А я не буду отключать. А вот кто услышит. Ошибка подключения. Потрясно. Напоминаю, игра фришная. Ну, точнее, раздается бесплатно. Где... Где командор? С кем мне поговорить, чтобы отправиться на новую миссию? Или меня прям выкинуло-выкинуло? По-моему, с ней говорил. Да? Да. Да. Могу еще... Да, давай еще разок. Начать. Встать в очередь. Если меня второй раз выкинет, то на этом, и будет... На этом будет и все. Team, this is a rescue mission. You're boarding Katanga, a derelict orbital refinery. Ingress is via the forward airlock. You'll locate, secure, and evac Dr. Tim Honecker, a Weyland-Yutani scientist. So mount up, people. А, блин, я должен нажать готово. Я что-то втупаю. А тут... Нет, ладно, подрывник явно не новичок. Что-то я втупил, сижу, такой жду, думаю, нормально, таймерчик это. Там, оказывается, не таймер, надо было ждать, а меня. Ох, ёжики, чё же не прёт-то так? Не, ну я понял, эта игра не будет у нас на прохождении, это будет одним глазком и всё. Мне другая, Dark Decision, очень понравилась, она тоже была у нас одним глазком, я её для себя отдельно проходил. Вот её я прям рекомендую к прохождению, она прикольная. Ребята прям постарались. Она последняя вроде сейчас из линейки Чужого, поэтому не ошибетесь при поисках.
ping on Dr. Honecker's personal data transmitter. Погнали. First, we need a deck plan. Первый добежишь, первый отъедешь. Привет, ребята, если меня слышите. Канал Подтекст, подписывайтесь, ведь тут вы сможете посмотреть ваш сегодняшний геймплей с нами. Так. Играю в игру первый раз, так что не обессудьте. Идти тут удерживать надо, это, конечно, не быстрый процесс. Give me a second. We got a deck plan. Backup generator is beyond Honecker's ping. We can kick it after we grab him. Так, погнали. Сейчас дойдем, тут на нас отовсюду сейчас повалят, да? Со всех щелей. Не шипи мне. Honecker, this is the Colonial Marines. You hearing me? Colonial Marines, да, Colonial Marines, Colonial Marines. Not encouraging. А как он прошел туда? Он оказался там быстрее меня. Это, конечно, да. He should be right here. Странно, я думал, у нас бы уже напали. А вот и контакт. Засранцы, лезут. Ага, сейчас сзади попрут. Ага, ребята свинтили, да, небось? Нетушки, я смотрел все фильмы. Идите нафиг. Держимся вместе, ребята, держимся вместе. Все, мы всех победили? Мы молодцы. О, прикинь, смог забрать все-таки. Потрясно. Нужно будет удерживать, Деп, нет? Нет, вот что-что, а действия тут как-то подозрительно быстро. Где напряжение, где, блин, страх? Ну, типа, если бы здесь все делалось медленнее, было бы намного страшнее. Ау, больно в кислоте, да, стою? И собака. Ау. Friendly Fire либо нету, либо они наносят, ну, очень мало урона. Потому что, ну, блин, что-то прям ни о чем, если честно. То есть посмотри, сколько хп у нас. У всех, при том. Я не типа говорю, что мы должны все отъехать. Но, блин, вот типа оно у нас не шевелится, как будто. Они вообще нас не бьют. Может, конечно, это и расчет, они просто сейчас толпой нас задавят. Собака, почему по нему урон не проходит? Готов. Это было странно. Anyway,
Стоп, нет, надо забрать. Молодец, нашел секретный контейнер, рад за него. Нам-то это что дает? Один молодец, один хильнулся, а второй фигней занимается. Кащей бессмертного. Интересно, он израсходуется потому, что по нему урон проходит, или потому что, ну, типа, он хпшки восстанавливает и поэтому становится слабее. А теперь я смотрю, все-таки они продавливают. Что? Какая нахрен безопасная передача, он на меня накинулся. Давай в минус. Ты туда же. Блин, у меня колбочка скоро закончится. Готово. Не готово, еще идет. Где? Ох ты, блин, большой. Давайте в этот становитесь, хиляйтесь, что босс. Второй, давай тоже хиляйся. Ну чё ты встал, заходи. Ой, собака. Давай, ответь еще. Что сломалось? За эту штуку, да, сломался. Мы, короче, тут не победим, я уже понял. Опа, а роботы на нас нападать будут? А для чего это? О, дерьмо. Зря я не успел пробежать. Занятно, что ящик с контейнерами, точнее, ящик и перезарядка на одну и ту же кнопку. Я открываю ящик, а он считает, что я перезаряжаюсь. Бежать, морпех, бежать. К черту стрельбу. Просто беги. Морпехов много, а ты у мамы один. Never seen so much acid in one bug. Where did these come from? Сейчас поднимем тебя. Бежим, народ, бежим, а вось получится просто пробежать эту миссию. Если прям, ну, скорее всего, в конце нас какую-нибудь супер волну или супер чужого скинут. Но посмотрим. И как ее ставить? Вот типа. Защитная турель в аптечке максимально. А где максимальный запас стоит? Это опять же мне. Круто, я могу кого-то хилить. Потрясно. Медик, который хиляет себя. Вообще прекрасно. Или каждый себя может хилять. А нет, смотри-ка, я все хиляю. Все.
А вот нет. А как турель поставить? А, я понял, как турель поставить. Так, одна сюда. Ну пусть вторая будет сюда. Ну, сначала они попрут с этой стороны, ясно. Ясно, понятно. По потолку лазит. Всем охренели. Уходите, вы здесь чужие. Идите к своим. Гарри, Гарри, ясно, чтобы не погасло. Ну давай, чужой. Честно, вообще восторга не вызывает. Не интересно, не забавно. Вот просто ты жмешь на гашетку и валишь их. Я не понимаю, как трехмерный шутер может быть скучнее, чем эзотерические стратегии, не знаю. Я вообще напряжения не испытываю никакого. Я более скажу, я сейчас усну, по-моему. Ни страха, ни испуга, ни... Это вас лучше этот, ваш мини-босс. А, нормально, там вообще пулеметы сами справляются. То есть, там, где не справляемся мы втроем, спокойно справляются два пулемета. Проблема решена, нужно просто слать вместо людей двух пулеметчиков. Побежи. Подобрать не могу, да? Нет, не могу. А зачем? Я не согласен за него возвращаться, он сам задидет. Маяк у него есть. Ну да, нам надо было бы держаться вместе. А я сделал глупость. Ну ничего, я привел глупость к ним, так что сейчас будем в узком коридоре вместе биться. Серьезно, именно сейчас решила перезарядка начаться, да? Черт побери. Прям с хп-ха мне прям плохо. Уйди отсюда. Мы эту катку выиграем только благодаря мне. Если бы не божественный медик, который всех хиляет, не знаю, как это делать, давно бы уже проиграли. Прикол, я не могу отойти назад. То есть тут невидимость... Ох ты, блин! Невидимая так невидимая. Чего же они не заканчиваются, я понять не могу. Или это квест отбейте типа волну. Комплит анализы. Чё-то с горлом всё.
Кищ от меня. По заднему. Вот как можно... Я не понял. Некоторые игры, я такой смотрю, думаю, как мы смогли принять это в мире, где существует Alan Wake 2? Ну, типа... Или... Ну ладно, это чужой. Alan Isolation. Шикарнейшая игра. Как после нее можно было вот это вот придумать, а? Клепали бы игры только... Ну, не прямо, это было бы плохо. Но в стиле Alien Isolation. Потому что игра окупилась, игра была клёвой, у игры был хороший сюжет, была механика простая, как две палки, но тем не менее. Ну, не в плане прям простая-простая, а в плане, что ее уже использовали кучу раз везде. И можно сказать, ну так хотели новое, так, блин, вот это ни хрена не новое, это шутер. Очень скучный, кстати, шутер. Здесь даже нельзя кинуть комрадов и закрыть дверь. Оставляя их с монстрами. Как людям развлекаться, не представляю. Все, походу сейчас будет этот. Вот едем. Скоро. Куда дальше, я вообще не понимаю. Ага, боишься? Видите, сын боится. Подожди. Ага, все, подъем. И вновь благороднейший из докторов спасает ситуацию. Никто так не хиляет, как он. Бляха-муха, да пиздница. А третий убежал, да? Да. Не-не, он сзади, он тебя сейчас клюнет. Да он тебя сейчас убьет, блин. Добиваешь, либо его добивай, либо беги. Прикинь, сейчас второго положит, это вообще хохма будет. А, за этим еще пришли. Все, походу, это конец. Чего? Ладно, может, не конец. Но это было максимально странно. Бляха-муха, я кнопку перепутал. Она, короче, он разные вкидывает, и я думал одно и то же. Я тыкаю квадратик, а он не работает. Я потому что не квадратик надо было тыкать. Surprise, motherfucker. Nearly there. You still good, Marines? Давайте. Probably. We don't find this guy alive, I'm gonna kill him. That's the lift. Entrance on the far side. И здесь он нас переместит к сейф-руму. Expect little friends to pop out all over when this turns on. Catching up. Nice.
Elevator 17 decks up. Take a while to show. Set up a perimeter, then hit the call button. Sentry deployed. Here they come. This is a big damn signal. Потрясно. Это типа нам нужно удержать оборону? По-моему, я повернул турель не туда. Всего-то ничего удержать. Минуту-полторы. Ау! Я же попросил просто подровнять кончики, а он мне все спалил. Да заканчивайтесь вы уже. Это не столько весело, сколько муторно. Мне кажется, разработчики, создавая игры, начали забывать очень простую истину. Игра должна развлекать. Люди в игры идут, чтобы развлечься, чтобы отвлечься. А здесь... Иногда, чтобы тупо пострелять, не для этого есть Warzone. Но тут это прям апогей. Он меня ногу потряс. Я начинаю жалеть, что эта миссия не вылетела. А у меня кончились пули, потрясно. Десять секунд. Ляха-муха, сколько у вас тут? Вот ведра что, вообще не стреляет? В лифт, ползем в лифт, мать вашу. Закрывай, запускай. Мы победили. Я вполз в лифт, мы победили, черт побери. Ох, и что нам дали? Пистолет, пулемет, дульный тормоз, пламегаситель. Тебе конец. Мило. Ханекер is somewhere up on Katanga's mainframe decks. Looks like he's been searching for a safe place to hide. Это очень милая и скучная игра, поэтому если вдруг вы хотите поиграть во что-то связанное с чужим, моя вам простая рекомендация. Alien Isolation, если хотите испугаться и провести веселое время с прекрасным сюжетом, который дополняет первые две части. Вот. Либо Dark Decision, если хотите отдельную историю в сеттинге чужого, но также наполненную приятным сеттингом, отсылками историй.